ευλογητό ο Θεός отошел ко Господу старец Ефрем, один из самых любимых наших старцев. Его книгу «Моя жизнь со старцем Иосифом Исихастом» мы перевели на портале Исихазм.ру 10 лет назад, в первый же месяц после ее издания. Ведь для нас тогда это было настоящее откровение. А через несколько лет появился к нашей радости полный перевод этого бестселлера. Место, которое старец Ефрем занял в лике афонских старцев, долго оставалось пустым. Был старец Иосиф Исихаст, отчаянный боец, бившийся в первых рядах с темной силой. Был старец Ефрем Катунакский, более похожий на льва, могучего и грозного. А вот место смиренного и кроткого, тихого и молчаливого, занял старец Ефрем. И это место более всего подходит для Христа, того Христа, которого являют нам Евангелие. Большую часть жизни отец Ефрем провел на Афоне, будучи любимым духовным чадом старца Иосифа Исихаста, а потом и игуменом некоторых монастырей. Однако ему пришлось уехать по причине, прямо связанной с тем пророчеством, о котором мы будем говорить. Однако причину мы не можем назвать. Живы еще люди, и мы не готовы открывать чужие тайны. Когда старец Ефрем уехал проповедовать в Америке, то каждый год он приезжал на Афон, в монастырь Филофей, и встречался с монахами и исповедовал святогорцев. Ведь у него оставалось много духовных чад на Святой Горе. Однако после одного события он уже больше не мог приезжать на Афон, и с этим связаны его последние слова, сказанные тогда святогорцам, которые, как нам кажется, являются настоящим завещанием. Итак, последнее свое посещение отец Ефрем отметил, что на Афоне начинает меняться дух. Это были годы, когда начались уже масштабные стройки во всех монастырях. Те самые стройки, против которых боролся преподобный Паисий Святогорец, утверждая, что нет воли Божией на такие изменения. Но дороги проложили, и стройки все-таки начались. Начал меняться внешний вид монастырей. И стал меняться дух Афона, сама атмосфера между святогорцами. И продолжает меняться и сейчас. Многие подтвердят, что еще каких-то 10 лет назад на Афоне довольно часто можно было встретить чистые, смиренные, кроткие лица. И это создавало неповторимую атмосферу благочестия, которую невозможно было как-то подделать. Но вот этих лиц становится все меньше и меньше, а больше озабоченных, деловых, расчетливых, срочно спешащих на машинах в строительный магазин или по другим важным нуждам. Эти лица уже часто искажены гримасами заботы, страдания. И как-то было бы странно, если бы божественная благодать, кроткая и смиренная, жила бы в этих бегущих в строительный магазин озабоченных людях, монахах-дровосеках или монахах-лесорубах, монахах-газонокосильщиках. И это стало уже частью жизни Афона тогда, а сейчас на наших глазах становится самой жизнью. И неудивительно, что после представления отца Ефрема появились ложные пророчества от его имени. Так и должно быть, и так было всегда.
Нас заботит тот факт, что образ любимого нами старца, отца Ефрема, подвергается искажению в этих пророчествах. Например, некоторые думают, что старец Ефрем был озабочен временами начала всеобщей войны или конца света. Такая примитивизация искажает святой лик старца. Старец Ефрем тем и отличался от других, что обращал внимание на причины, а не на следствия. А вот о причинах он сказал так в свое последнее посещение Афона. «Отцы, я хочу вам сказать о двух вещах, которые со временем разрушат святую гору в духовном смысле. А если Афон не устоит, то что будет с миром? Если зеленое дерево засохнет, то что будет сухим? И от этих двух вещей далее произойдет всякое зло». Хорошо запомните эти два слова. Как только вы начнете все чаще слышать на Святой Горе эти слова, значит, время пришло. Это всего два слова. Григора Киевколо. По-русски это переводится «быстро и удобно». Отцы, знайте, что слова «быстро и удобно» – это не человеческие слова. Это слова дьявола, который ими разрушит нашу гору. Но вы знаете это, и как только услышите слова Григора Киевкола, бегите от этих «улучшателей жизни» в кавычках, как и самого беса.